В областной клинической больнице сегодня сажали хосту. Общественники таким образом решили поблагодарить медиков за их работу. Прямо возле служебного входа в больницу высадили 20 саженцев хосты. Всю свою красоту цветы покажут через пару месяцев, обещают активисты. Этот подарок сделан специально для врачей. Сегодня мы тоже пытаемся сказать спасибо врачам, которые нас лечат, которые нас спасают. Вот сейчас дружно координационный совет субъектов общественного контроля, рабочая группа по контролю за ПКД, рабочая группа по контролю за реализацией нацпроекта «Городская среда». Все обязательно в масках и перчатках, ведь распространение инфекции – так себе подарок для врачей. Докторам же такое внимание очень нравится. И дело даже не в красивых цветах, а во внимании и признании их непростого дела. Сейчас в такой тяжелый момент не хватает хороших новостей. А тут коллеги, видите, позаботились о Новгородской областной клинической больнице и привезли. Вот я даже, честно говоря, не знал, как выглядят эти растения, хосты. Но вот я надеюсь, что в июле, в августе уже сможем лицезреть. В скором времени хосты распустятся и будут радовать глаз не только врачей, но и пациентов. А хорошее настроение – это шаг к выздоровлению. Кстати, в сентябре уже по традиции активисты высадят возле областной больницы яблони.